Давайте я поснимаю немного. Багеты с луком, да, у нас вот? Угу. Вот этим пальцем старайтесь, как бы, туда подталкивать, оно будет плотнее, который помогает рулетик и все равно. Никогда не делаю? Я пекер. Поддерживайте, что вытягивается, нож толстый. Поэтому вот это светит. Это лучше. А вот так нельзя? Нет. Вот так стараюсь. А тут немножко совсем не так. Немножко не так нельзя. Вот берите просто так. Нет, не так. Надо немножко не прямо, а наискосочек, чтобы вот эти вот наискосок. Не так немножко вот эти ночи. Вот. Не совсем так. Сейчас еще раз покажу. Одним движением не надо так сразу. Сразу. Вот. 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 И все, началось. Не так вот, что прямо, а вот с края. Вот так вот начинаете вот сбоку и уводите его туда. Столом помазанным. И вот так изнутри. И вот так сажаю. Кончик туда, этот наверх. И вот так положу. Все, я. Первая выпечка багетов с луком. Пробный вариант. Жалко, что камера аромат не придает.
Спасибо.